Почему ж ты мне не встретилась, юная, нежная? Всем привет, с вами Информ ТВ. Леонид Серебренников завоевал славу благодаря своему невероятному тембру голоса. Он любил исполнять старинные романсы и баллады. Практически весь его репертуар наполнен лирикой. В советские времена ни одно музыкальное шоу не обходилось без участия Леонида. В Щепкинское училище будущий певец поступил только с третьего раза. Комиссия привыкла к тому, что абитуриенты на вступительных экзаменах читают классические произведения. Леонид же продемонстрировал монолог, взятый из репертуара Райкина. Участники комиссии, мягко говоря, разочаровались. После окончания учебы Серебренников устроился на работу в Москонцерт. Леонид одержал победу в сочинском телеконкурсе, а вскоре о нем стали говорить повсюду. Режиссеры сполна оценили его талант. В результате его песни по сей день сопровождают советские фильмы и сериалы. Но далеко не все в жизни артиста складывалось хорошо. В 90-х Леонид не только оказывался на пороге бедности, но из-за невостребованности вокального таланта едва не превратился в нищего. Ему часто приходилось собирать бутылки, чтобы сдать их и на вырученную мелочь купить хлеба. Гордость артиста была ущемлена. Он пошил себе гусарский костюм, на который одолжил денег у друзей, и отправился за границу. Там он давал частные концерты для эмигрантов. Он учил английский язык и сформировал собственный репертуар. Вскоре Леонид насобирал еще немного денег и уже отправился жить на Кипр. Но там его никто не ждал, поэтому последовал еще один переезд. Но и на новом месте за границей добиться успеха не удалось. В результате артист решает вернуться на родину и начинает дарить свой талант российскому слушателю. Начинать карьеру заново было, конечно же, нелегко. Но благодаря упрямству и настойчивости труды Леонида принесли свои плоды. Публика устала от современных певцов, ей хотелось чего-то душевного. На сегодняшний день песни Серебренникова очень востребованы. На его концерты приходят тысячи поклонников. Артист часто выступает в тандеме с молодыми вокалистами, дает концерты за рубежом и даже выпустил новый сольный диск. Личная жизнь у исполнителя тоже сложилась хорошо. Он уже 37 лет счастливо живет в браке со своей женой Валентиной. У них уже есть взрослый сын Леонид и даже появились внуки. Каждые выходные они проводят время вместе. Артист по-прежнему прекрасно выглядит. Он находится в хорошей форме, занимается спортом и ведет активный образ жизни. А вы помните песни Леонида Серебренникова? Если да, ставьте лайк, не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!